Всем привет, друзья, с вами Сёма. И сегодня мы играем в игрушку под названием «Зомби против растений». Итак, я вот тут зашел в игрушку и увидел вот такую штуку. Арену. Так, тут, как видите, призы очень хорошие. Я уже поднял 5000 голды. Так, вот, 5 кубков у меня. Коронок. Играем еще. Погнали. А перед просмотром обязательно ставьте лайкосы, пишите комменты, подписывайтесь на канал, друзья. И мы начинаем с вами. Так, игруху маленько потише сделаем. Так, вот такие у нас зомбаки. Берем мы вот этого, чела вот этого. Вот это возьмем. Так, арбуза возьмем. Не знаю, солнце можно взять, наверное, если оно понадобится. Так, погнали. И дополнительное нам еще дают. Горохострел вот такой. Давайте один поставим. Тут вот этих понаставим. В принципе, все, можно начинать. Погнали. Друзья, пишите, как вы тут проходили в этом режиме, если играли. Будет интересно узнать, сколько вы собрали. Так, отлично. А, ничего, так он стреляет нормально. По 3 штучки. Прикольный. Так, давайте еще солнышко. Так, если мы еще... А, нет, не ставится в него еще. Просто думал, как другое растение в тот несколько горохострел ставится так же. А он не так, ну ладно. Так, ну ведерочник у нас сразу отлетает. Это уже понятно. Так, пока шипы не будем ставить, солнышко поставим. Надо было двойные брать, серьезно. Так, друзья, давайте вот этот арбузик. И сразу этот летун отлетает. Нет, не отлетел, ну ладно. Так, делаем такую же одну штуку. Потом еще раз такую делаем. Вот сюда. И все отлично вообще у нас. Так, а вот это плохо. Я думал, он не проест. Надо срочно. Вот сюда. Так, вроде пока отлично. Ну, зомбаки не слабые. Так, шипы слабые. Ну, куда? Ну, давай сейчас, наверное, будем. Не, зомбаки тут не выйдут, серьезно. Сейчас подождем и вот так делаем. Вот эту штуку делаем еще. Арбуз, давай побыстрее, побыстрее. Давай, 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 давай. Хорош. Так, шипы быстрее. Еще солнышко давайте, давайте быстрее. Быстрее солнышко. Так, отлично. Ой-ой-ой. Проходит. Так, пока отлично. Ой-ой-ой, там гигант. Давайте вот так. Так, ну да, это плохо. Так, ну я победил все равно, друзья. Сколько очков мы набрали? 50 630. А, нет, 76 300. Плюс 5 коронок. Продолжаем. Так, чего получаем? Вот это получается, получаем колесо фортуны. Продолжаем. Давайте покрутим. Попробуйте готовые супермени. Так, выключаем рекламочку. Опять придется ее закрывать. Не люблю игры с рекламой.
Так, где наше колесо фортуны-то? Ладно, давайте еще раз сыграем. Куртма. Куртма против нас. Так, погнали, друзья. Так, тут вроде ничего жесткого нет. Так, берем вот это же, вот это опять берем. Берем двойные солнышки, в этот раз вот это берем. Давайте вишенку возьмем, может. Попробуем затестить. Погнали. Так, ну я просто сейчас солнышки выставлю. И все. И это будет отлично. Все, можно начинать. Думаю, я не зря это сделал. Это не было ошибкой. Да, как видите, это не было ошибкой. И прям предугадал, прям тут идут они. Вот это да. Это повезло, друзья. Сразу этот ставим. Минус отлетают. 1500 очков уже. Так, тут этого ставим. Отлично. Эти арбуз поставим. Так, солнышко собираем. И, наверное, давайте взорвем их. Пока ничего не будем ставить. Копим. Хотя нет, давайте шипы поставим. Так, ведерочника все-таки не сломали. Давайте это. И здесь вот так вот. Поставим. Отлично. Здесь тоже можно вот так поломать их. Тут вот это делаем, друзья. Арбузика по классике. Отлично, кстати, просто. Давайте их ультанем сейчас. Так, отлично. Так, еще запускаем. Это плохо, что прошло. Давайте вот так. Так, сюда ставим сразу. Раскидываем их. Отлично. Так, мы проигрываем вообще. Так, отлетайте. Отлично, гигантюасисты. Взрываем. И нам надо вот это что-то делать. Сильно жесткий этот. С этой вагонеткой или с чем у него там. Так, нам надо срочно сюда вот это делать. 140 тысяч. Но враг тоже не дремлет и набирает нормально так. Делаем вот так. Так, все, это вроде победа, да. Сколько у нас? 150 где-то, наверное, 180. 150 почти, да, 144, 250, плюс 5 коронок, отлично. Третий раз с вами выигрываем, получаем 3 этих. Забыл, как называются штуки эти. Пиньяты, вот, вспомню. Так, пьем. Так, отлично. 10 усилителей нового растения какого-то. Магнит какой-то. И все? Так, отлично, еще бьем. Плюс 20. Усилителей. Отлично. Так, опять реклама, друзья. Ненавижу эту рекламу. Так, все закончилось. Так, давайте еще раз пробуем.
Меня обогнал уже кто-то. Погнали. Того, у меня уже 9000 голды. 5 колес, 4 каких-то руки железа. Так, потише сделаем игру. Так, вот все те же самые, в принципе. Берем, наверное, опять вот это, вот это. Давайте возьмем. Не знаю что. Дракона, вот баклажан. И две солнышки. Думаю, пойдет. Погнали. Давайте выставим этих, просто потом солнышки будем выставлять. Погнали. Может быть, тут надо было орехи какие-нибудь брать, не знаю, блин. Защиту. Так, отлично, у нас уже 475 солнышек. Так, его сюда, на этот перебросим. Сейчас его опять перебросим, да? Вообще, он должен быть, по идее, его сломать. Надеюсь, это так будет, но мы добавим вот этого. Отлично. Так, вот этого он сломает или нет? Так, мы это сломаем. Так, этих минусуем, блин. Просто так вишенку потратили. Так, мелкий зовут. Так, там ведерочник идет. На шипы, отлично. Давайте выносим его. Листики наши копим. Так, отлично, солнышко просто миллион. Тут еще чел идет, надо выносить его с вагонеткой. Шахтера это. Вы серьезно? Ему вообще пофигу. Так, ладно, друг, давай. Тогда вот так. Раз он такой жесткий. Так, сюда кидаем 100%. И, наверное, сюда вот так ставим. Против минус 3 ведерочника сразу, отлично. Туда ставим, на дальний ряд. Отваливает сразу пушка. Это нет, не отвалило. Жалко. Давайте дракончика поставим. Отлично. Прям в тайминге угодил. Так, давайте еще дракона. Отлично. И вот тут этого убиваем. Ставим. Дракона сюда. Шипы сюда. Так, гигантюра идет. С тобой мы тоже гигантюра разберемся сейчас. Ставим баклажан еще. Кто капусту или кто? Так, пока отлично. Еще ставим. Гигантюра отлетает. И все, мы выигрываем, да? Да, мы выигрываем, друзья. Отлично. Плюс 5, отлично. Интересно, тут можно больше 5 заработать или нет? Так, 1000 монет, отлично. Так, друзья, на этой ноте мы, наверное, с вами закончим. 20 крон набили. Если хотите еще эту игрушку и эту именно. Тут темнее еще будет событие, так что пишите в комменты, ставьте лайкосы, я пойму, что вам это нравится, именно это событие. И мы продолжим, друзья. Ну, а с вами был Сёма, и всем пока-пока, друзья. До следующего видео.